он начал что-то видеть, что-то чувствовать, ну, как бы по-своему его жить. Оно же парение как на инструменте. Техника основы одни, учишься играть одинаково, а техника потом у каждого своя. То есть в этом и... Так же и русское боевое искусство во всем у нас славян. Когда ты не копируешь, там где-то что-то увидел, а ты основы понял, основы этого борьбы целительства, и начинаешь пробовать. Смотри, тут на самом деле все, ну, все взаимосвязано. Шамиланка. Нравится тебе в бане? Ох, молодец. Хорошо, надо чуть-чуть. Сколько ты уже минут сидишь? 7 минут. Ну что, бородатый, как ты? Ну хорошо. Я видел, как Бояринцев парит, чемпион мира по бане. Но такого я еще не видел. В принципе, даже любой, и ты, и Виталий, самое главное начать пробовать. Стремление иметь. И ты прям с энергетикой работаешь. Да, начинает потихоньку открываться в свои моменты. Курины дети. Давай, забегаем быстрее. Мастер-класс идет по парению. Ага. О, так, уголочек можно забрать? Можно. Сань, ты можешь вот сюда. Я думал, да? Здесь, наверное, поменьше. Ну, смотри, сам. Понял, благодарю. Ох, ох, какой запах. Ну что, девчата, как вам банька? Нормально. Не боитесь париться в бане? Переворачивайся. Подводное плавание. Вот нам надо каждому рассказать друг другу, какое будущее он видит. Мы его прорисовали. Грамотно. А потом смотрим. Парни, ну... Вот так вот мы не достигнем никто. Да. И почему ты хочешь так? Вот, допустим, а что ты за этим видишь, да? Где он это записываешь, что ли? Да. Не-не, Коля, не надо. Коля. Потом Коля. Мы, значит. Образ будущего. Да образ будущего нормально. Мы сейчас не поговорим нормально. Я... Благодарю, брат. Виталий, расскажи твои впечатления. Короче, это просто. Полное расслабление, полный сброс всего лишнего. И такая прям мощь такая. Расслабление, круто. Парил вам же стало. Ты меня не бойся, я
тебя не трону. И не беспокойся, бойся крови. Я не бойся, я тебя не трону. Бойся, ты бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся, бойся, ты бойся, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты не беспокойся.